Рецепт цветной капусты острой на зиму подкинет вам еще одну идею относительно того, как можно заготовить этот вкуснейший овощ на зиму. Получается классная заготовка, зимой просто сметает с тарелок. Я очень люблю все острое, и так уж получается, что практически все мои рецепты чаще всего включают в себя красный острый перчик. А сегодня я хочу рассказать вам, как сделать цветную капусту острую на зиму. Это отличнейшая закуска, которая, несомненно, понравится и вам. Я всегда готовлю несколько баночек, которые пускают дело в течение зимы. Часть ставлю на праздничный стол в Новый год и другие праздники, а часть пускаю на салаты. В общем, очень полезный рецептик, как ни крути, а особенно такую закуску любит мой свекор. Ни одно застолье без нее не проходит, а сделать ее очень легко, и сейчас я поделюсь с вами рецептом приготовления цветной капусты острой на зиму. Список ингредиентов в конце видео. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь. Когда огонь закипит, помещаем в кастрюлю целый кочан цветной капусты, варим его минут 5-7, затем сливаем воду и жжем, пока капуста немного остынет. Пока капуста варится, мы можем почистить чеснок, нам понадобится приблизительно одна головка. Красный острый перец нарезаем на небольшие кусочки. Когда капуста остынет, нам необходимо разобрать ее на соцветия и разложить по банкам. У меня получилось на 3 350-граммовых банки. Добавляем к капусте красный перец, перец горошком, свежую петрушку и чеснок. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. В кастрюльке доводим до кипения воду и заливаем ей наши банки, оставляем на пару минут, а затем сливаем воду обратно в кастрюлю, затем опять доводим до кипения, разливаем по банкам, оставляем на несколько минут, сливаем. Теперь добавляем в кастрюлю соль, сахар, еще раз доводим до кипения, отключаем огонь и заливаем уксус, разливаем полученный рассол по баночкам и закрываем их. Теперь нам необходимо закутать банки в одеяло и подождать, пока они остынут, а хранить их надо в прохладном помещении. Ставим лайк и подписываемся. Такие продукты будут нужны. Цветная капуста, 1 штука, средний кочан. Укроп свежий, 20 грамм. Перец горький стручковый, 1 штука. Чеснок, 6-7 зубчиков. Перец горошком, 9 штук. Соль, 50 грамм. Сахар, 50 грамм. Уксус, 50 грамм. Количество порций, 3. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачного дня!